Еще одна наша съемочная группа сегодня также отправилась в рейд по областному центру. Новгородцы жалуются на грязь и лужи. Похоже, у нас они становятся традиционными символами прихода настоящей весны. Улица Кочетова – место весьма людное, особенно в районе гипермаркета. Здесь ведутся ремонтные работы, поэтому непролазную грязь мы еще можем понять. Но вот этим закиданным мусором обочинам оправдание найдется вряд ли, уверены мы и жители западного района. Сейчас, весной, мы видим всю красоту, которую зимой прятал от нас снег. На оттаивших газонах окурки, бутылки и мешки. И это только самые приличные вещи, которые можно найти среди прошлогоднего хлама. А мы тем временем из западного района едем в Завокзальный. А в новом Завокзальном микрорайоне в целом довольно-таки чисто, если бы не одно «но». Судя по всему, в этом доме, мы специально не будем называть его номер, живет слишком много людей с вредными привычками. Окурки валяются буквально повсюду. И здесь хочется отдельно попросить людей из этого дома обзавестись пепельницами. Окурки летят прямо на клумбы. Летом улица может остаться без цветов. А вот еще одна весенняя беда – лужи. В этой, учитывая масштабы, скоро заведутся рыбы. Жители улицы Связи говорят, что вода здесь с тех пор, как появилась дорога. Мы по весне здесь катаемся. Ну как, ребенок на велосипеде, я в заколенниках резиновых. Он ноги поднимает и так вот по лужам, детям интересно. И последняя точка нашего мини-рейда – территория Увала на улице Новолучанской. Не лучшее место для прогулок. Почти упала. Это почти центр города. Это были, на наш взгляд, одни из самых проблемных участков Великого Новгорода. Привести в порядок каждый из них не так и сложно. Было бы желание. Ну а нам после этой прогулки придется еще долго отмывать сапоги. Вероника Лебедева, Савва Ушаков, новости. Новгородское областное телевидение.